Президент Армении Армен Саркисян в Лондоне заразился коронавирусом. Согласно сообщению пресс-службы президента Армении, Саркисян проводил Новый год в Лондоне, где 3 января он перенес операцию на ноге. Однако у президента были выявлены симптомы коронавирусной инфекции. Пройденный им тест дал положительный результат, говорится в сообщении пресс-службы. Согласно информации, Саркисян временно продолжит исполнять свои обязанности в удаленном режиме.